Какую профессию выбрать и в какое учебное заведение поступать? Именно на эти вопросы пришли искать ответы более 500 молодых анапчан. А выбирать было из чего? В ярмарке приняли участие 19 учебных заведений края. Не каждый может приехать, да, допустим, в центр занятости, пройти компьютерную диагностику. Да. Здесь это можно пройти непосредственно на самом мероприятии, получить результаты, узнать, да, какая все-таки специальность наиболее подходящая. После результатов можно сразу подойти и пообщаться с тем учебным заведением, которое интересно. Абитуриенты внимательно рассматривают стенды и красочные буклеты. Ведь для выпускников школ стоит главный вопрос – куда пойти учиться при таком многообразии учебных заведений и специальностей. Никита Кудряшов сделал свой выбор давно, мечтает стать военным. На ярмарку пришел узнать об условиях поступления. Я хочу поступить в институт береговой охраны, так как у меня папа был военным, я тоже хочу пойти по его стопам. Мне сказали, что чтобы поступить туда, нужно хорошо знать английский, потому что это береговая охрана. Потом физическая культура должна быть тоже хорошей. Один из главных плюсов – это возможность напрямую пообщаться с преподавателями и студентами. Для старшеклассников вопрос выбора вуза или колледжа в это время как нельзя актуален.